Итак, друзья, мы находимся в городе Самара, Демократическая, 63, адрес. Это фирма ГРОС, сюда стягивается техника. Каждый день с утра до вечера ведется копка, огромный котлован, который прямо по границе нашего забора, здесь 5-метровая высота, никакого отступления в виде 3 метров, указанных в законе, не было осуществлено. Соглашений никаких также не подписано ни мной, ни другими дачниками, которые также... Вон там вон эта линия идет, вон туда вот, вдаль. К ним уже подкапывают вплотную. Здесь я уже смог своими силами как-то тормознуть этот процесс. Вот здесь у меня теперь островок, поэтому вот такой вот 15-метровый идет. Пока не роют, но думаю, я только выйду за забор, тут же это все будет срыто. Абсолютное беззаконие творится. Со стороны властей пока тишина. Помогите, друзья, кто чем может. Какими-то, может быть, советами или чем-то, что делать в случае такого беспредела. Ну и если власть имущие кто-то смотрит, также помогите решить эту проблему, этого беззакония тотального от фирмы ГРОС, которая располагается по адресу Демократическая, 63А, в городе Самара. Вон, еще раз показываю, работы ведутся нон-стопом, без каких-либо согласований. В Твиттере мне ответили, что это ничего не согласовано, также никакими ни департаментами, ничем. Посмотрим, что будет дальше. Ждем реакции властей на это беззаконие, на этот беспредел, который фирмы творят по отношению к обычным гражданам.